Шалом, друзья! Сегодня у нас халява. Как я и обещал, собственно, халява к Пасхе, и у нас, ребята, будет бесплатный куб. Ну, почти что бесплатный, не для всех, конечно. Я расскажу, ребята, прямо в этом видео, так что смотрите до конца. Но мы не будем долго тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос! Так, ну что, ребят, собственно, сегодня у нас 19 апреля, сегодня у нас Пасха там где-то везде, я не знаю где. И вот, у нас Гарена подготовила супер жесткий ивент, собственно, в чем, ребята, он заключается? То, что после каждой катки у вас будет шанс на неопределенное, там, на любое вроде бы, или, может, там, по одному фрагменту, у вас будут падать фрагменты куба. Но, ребята, это совсем не все, тут там есть один прикольчик, который очень прям жесткий. Так вот, ребята, далее, ну, я думаю, вы логически поняли, то, что нам надо как бы загружаться в катку, на самолетике лететь, лететь, потом приземляться и сдыхать либо от падения, либо от бочки. Собственно, как всегда происходит в таких ивентах, мы будем делать так. Но, ребята, тут есть один подвох. Лимит на эти фрагментики всего 60, ребята. И в чем прикол? 5 дней назад, где-то неделю назад, нам давали 50 фрагментов куба просто бесплатно. И понимаете, у вас, скорее всего, 100% уже будет куб. Про что, ребята, я вам говорил, что надо прям задротить, мы 100% рано или поздно бы слили уже немножечко фрагментов куба, и, собственно, у вас бы был фуловый куб. Так что, ребята, поздравляю всех тех, кто заходил. Собственно, я сам себя поздравляю, потому что вот сейчас, ребята, сразу же после просмотра этого видео, просто можете идти в катку. Уже сейчас, прямо после этого видео, начался этот ивент. В любую катку идете, в любом режиме. Ну, самый, как бы, быстрый, это классика, вроде бы, да? Типа, там, допустим, строй летает, там нельзя вроде бы быстро слиться или можно. Короче, битва отрядов тоже не подходит, так что, ребята, идем в классику, сливаемся, фармим до 60. Я думаю, это очень быстро нафармить. Я думаю, ну, где-то, думаю, час, если они будут как бы рандомно падать, а не по одному. Но если будут по одному, то где-то полтора часа. И то есть, ребят, задротим и обмениваем, ребята. Еще там скоро, я думаю, видос у Даваски выйдет, какие там сетики обменивать. Я, если честно, сейчас сам не знаю, когда записываю это видео, не знаю, какие там сет закуп. Хз, ребята, ну, полюбаться что-то обменяю. Ну вот, ребят, на этом все. Если было полезно, то, пожалуйста, ребят, прожимайте лайкос и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать такие вот видео. И чтоб не пропускать такую халяву, ребят, потому что я в прошлом видео прям вроде бы уже про это 100% сказал. Сказал просто то, что тут куб, но конкретно я не говорил. Так что, думаю, ребята, моей информации стоит доверять. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик. Также не забывайте делиться этим видео с друзьями, ведь, возможно, они даже об этом не знают, ребят. Так что вдруг у вас друг тупо нубасик вообще тотальный. Так что делитесь. Ну а с вами был Майор. Всем удачи и всем пока.